Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Продолжаем играть в игру LEGO Legacy. Так, что у нас в магазине? А, ну там сейчас будет бесплатное кое-что. Давай, наверное, с тобой получим, да? А ну-ка, порадуйте папочку чем-нибудь вкусненьким, хорошеньким. И нам... Достается крокчак. Ладно. Ух ты, это на пиратку, походу, дела. Дальше. Дальше открываем с вами еще один бесплатный пакетик с Лего. И на этот раз... Ух ты, а это кто? Шахтер? Ну да, Шахтер Клей. Ладушки. Я никогда не откажусь от бесплатных, извините меня, героев, которые просто тебе на халявку даются. Так, что мы здесь с тобой можем приобрести? У нас с вами 579 гемов. И давай-ка приценимся. Так, зомби. Три штучки стоят 300 гемов. Дорого, я тебе скажу, дорого. Тут нужно 30. Слушай, они все какие-то дорогие. Такое впечатление, что эти гемы здесь просто, знаешь, на халяву тебе дают. А вот здесь вот, конечно, надо бы что-то приобрести. Базовый кофе. Причем уже двухзвездочные. Давай, наверное, приобрету. Вот так вот. Дальше у нас идет... Смотри, в чем прикол? Здесь кофе 50, да? Но это вторая. А вот здесь вот кофе первая, но стоит почему-то дороже, 75. В чем прикол? Непонятно пока. Пока мне это непонятно. Ладно, друзья мои, что у нас в гильдии? Не знаю, где вот эти вот слитки брать, но за эти слитки ты можешь что-то приобретать. И самое удивительное, что я до сих пор не понял, как в гильдию делать набор. Понимаешь? Вот она, моя гильдия. Вот мои персонажи тут сидят, отдыхают, так скажем, да? Как мне сделать набор в нее? Вот ума не приложу, если честно. Ребят, если кто знает, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, что здесь нужно сделать. Может быть, что-то надо построить или еще что-нибудь в этом роде. Я могу здесь максимум, ну ты понимаешь, да? Уничтожить своих вот этих вот героев. Или же собрать каких-то новых. Это все, что я в данный момент могу. Может быть, дальше как-то будет что-то развиваться. Ну что, опять у нас в квестах что-то выполнилось. О, спасибо. Отлично. Кстати, играя на другом эмуляторе, и, друзья мои, глючить игра перестала. То есть могу заходить спокойно в магазин, вывинты, и все будет у нас тип-топ. Ну что, зайдем в компашку с вами, да? И остановился я... Пиптаун. Ну-ка глянем-ка, что у нас тут. Слушай, ну я думаю, с этой миссией я вполне справлюсь, да? Вот с этой, с первой. Поэтому давай проходить. Жалко, конечно, что энергия здесь вообще кончается моментально. Погоди-ка, я смогу ли здесь пройти двумя своими персонажами-то? Нету. Нет, и не буду против. Это, ребята, типа, знаете, компания за злых. Вот. То есть это как бы за злых, это вот за наших добрячков. Кстати, может быть, нам здесь попробовать пройти вот здесь. Вот мы сможем заработать? Ну, сильны, конечно, сильны враги. Кстати, мы же с тобой получили уровень, верно? Верно. Поэтому мы будем сейчас с тобой улучшать наших персонажей. Так, давай. Chicken Boy получает у меня 16 уровень. Найс. Ему, кстати, еще нужно два предмета, и все будет у нас тип-топ. Так, пираточка. Друзья мои, только похвалил игру, и она взяла у меня во время того, когда я пиратку апал. Просто вылетела. Вылетела на рабочий стол. Очень странно. Такого раньше я не замечал. Ладно, продолжаем дальше с вами апать наших героев. Так. Медик. И все получается, да? Больше я никого не могу улучшить. 16 уровень в данный момент на всех моих персонажах. Горит ивент. А что у нас тут вот в почте? А, Дискорд. Подключите, да? Это все, конечно, хорошо, но я до сих пор еще не научился его настраивать, если честно. Идем в компанию. Идем в компанию и попробуем вот здесь с тобой все-таки пройти, наверное, вот этот вот уровень. Они как-никак 14-го. Да, они все 14-го уровня. Поехали. Если мы пройдем, мы с тобой получим возможность этот уровень фармить.
А если ты будешь фармить этот уровень, соответственно, ты сможешь накопить себе нужное количество фишек на определенного героя. Ну и, соответственно, его потом прокачать. Так, что мы с вами? Где-то в каких-то пещерах, что ли? Ой-ой-ой-ой-ой, злюки-то какие тут все. Ну что же, битва так битва. Опа! В плане они стали невидимые. Хорош тут бомбить-то по мне. А ну-ка, чикенбой, устрой-ка им тут карнавальную ночь. Так, теперь из пушки. Окей. Так, нам нужно, наверное, все-таки песни спеть под гитару. Окей, разбираем вон того, наверное, потому что он провокатор. В первую очередь его уничтожаем. Нам запретили использовать скиллы, ты представляешь? Так. Да хорош. Ой-ой-ой-ой. Слушай, как-то тут все очень плохо. Сможем ли мы пройти? Так, одного ушатали. Дальше кого будем с вами? Давай, наверное, мастера Ву. Будем с тобой именно его разбирать. Промашка? Какая, блин, промашка еще? А это ниндзяга, ё-моё. Не успокоится все никак. Давай добьем Ву. Окей. Так, хильнуться мы пока с тобой не можем. Зена, что ли? Давай Зена, наверное, вольнем следующим. Чакрок у меня, ребята, очень плохо себя чувствует. Я боюсь, его сейчас разберут. Ладно. Минус Зен. Так, давай-давай-давай, хиляй-хиляй нас, парнишка. Отлично. Он тут вот Гога... А, он невидимым стал. А кто делает невидимость, а? Какой персонаж бросает эту штуку? Ну-ка, наказываем. Добиваем. Отлично. Ну что же, остается три персонажа. Наверное, будем брать Гога. Как говорится, на разборочку. Что тут? Нифига они тут понахилялись. Понаставили себе, да? Супер ударов. Ё-моё, ну там остался совсем маленечко его разобрать. Давай, скаут. Отлично, разбомбили. Кто такая? Фитнес-инструктор? Я думаю, что она все пляшет? Она фитнес-инструктор, понимаешь ли. А у меня что? А, я думаю, что такое? У нас, ребята, скорость X3 была. Лучше мы поставим твой X2. Да, нет, не добили еще. А вот сейчас, наверное, мы ее ушатаем. Ну что, роднулька, вот мы до тебя и добрались. Найс, друзья мои, мы прошли с вами уровень этот. Опять эти какие-то там приключения с сервером у нас. Так, скейтборд мы получили. Что-то Чакрок взгрустнул. Взгрустнулось ему, понимаешь ли. Кстати, вот этот скейтборд нам с тобой понадобится, знаешь где? Потом, попозже немножко покажу. И последний у нас уровень. Да это же детский сад. Это детский сад. Сейчас мы тут всех разберем с тобой. И мы, получается, пройдем с тобой полностью эту кампанию. И откроется у нас третья, да? Да, откроется у нас с тобой третья. Ну что, приступим. Ух ты, смотри, тут какой реверт солидный. Какой-то шлем. А для кого этот шлем, интересно, нужен? Узнаем, когда пройдем. Так, ну что, бравая команда моя готова. Поехали. Не будем, как говорится, долго здесь мусолить. Надо сразу начинать к атаке. Будет врагов, больше чем уверен, очень много. Причем здесь еще мастер Бурнабус против нас, да, я так понимаю. Ну, это как всегда, это проказница Вилла. Это все она тут козни нам строит. Ну что же. Так, скелетики, сама ведьма Вилла. Ну и мы, пожалуй, начнем потихонечку их разбирать. Почему они ходят первыми всегда? Почему? Ну-ка давай, Chicken Boy. Ну, неплохо, а из пушки? Накося. По 197 урона наносим. Так, теперь давай танцы под гитару. Окей. Так, вот этого скелета... Ах, она, ну конечно же, она будет применять свою суператаку. Вот этого скелета мы, наверное, сейчас... Блин, я думал, добьем. Так. Ох ты, сразу тут, смотри, провокации-то понаставили на себя. Давай-ка я вон того вон накумарю, малыша. Разобрался. Но как всегда, одного подбиваешь, десяток других приходит. Но они все равно, они слабые. Мы их очень быстро разбираем, смотри, опа. Давай, наверное,
Есть. Мне бы, знаешь, побольше массовых атак. Когда у тебя очень много массухи, да, тем лучше для нас. Мы больше врагов сразу можем разобрать за один ход, чем вот так вот по одному бомбить до посинения. Ну что, этот у нас что, оглушен или что он такой? Накренился-то. Хиллер. Ах ты хиллер, а. Хилы, конечно, тоже раздражают во всех играх, поэтому надо с ними как можно быстрее разбираться. Так, сплясали, станцевали. Понеслась. Добьем. Нормуль. Теперь этого добиваем. Ну и остается последний. Эх, пиратка, не хватило тебе маленько, да? Дощелкать его. Ну и как ты понимаешь, мы этот уровень с тобой прошли. Ох ты, ох ты, шлем получили даже. Так. Ну что же, у нас все хорошо, говорит принцесса. Да, но это только начало, говорит маджиста. А это вилла, ахахахаха, мы еще с вами увидимся. Встретимся, типа, да? Это еще не конец. Понятное дело, это еще... Вот, друзья мои, мы с вами перешли на третью, так сказать, карту. Ох ты, ох ты, как тут... Смотрите, новый какой-то персонаж тут будет. Фитнес-инструктор. Хм, а какой уровень нужен нам для первого? Так, у них 13-й, смотри-ка, детский лет. Попробуем? Попробуем. Я хочу попробовать, ребята, их здесь разобрать. И мне кажется, у нас здесь получится. Хотя у нас какой там? 13-й всего лишь уровень, да? Так, ну хорош, хорош, хорош. Опа. Бизнесмен здесь, понимаешь? Пришел. Это типа продвинутый город. Смотри-ка, смотри-ка, он там с чемоданчиком. Прикольно. Скелет-рыбак. Два причем. Ну, пощупаем их на прочность. Ну, так себе. Средней паршивости. Ну да. В принципе, я был прав. На. Бизнесмен тоже мне тут нашелся. Вали. Блин, он крепкий. Ух ты. Фига он баксами расшевыривается. Чего? Эти рыбаки, друзья мои, это хиллеры. Они очень-очень-очень сильно отхиливают. Ты видел? Надеюсь, у них долгий откат на отхил, потому что иначе они тут сейчас... Что он делает? Я не могу даже, честно говоря, разглядеть, чем он там бросается. Так, одного уничтожили. Так, давай-ка рыбака попробуем сейчас разобрать. На-ка. Рыбак тоже, кстати, крепкий. Я думал, будет намного слабее, но нет. Так, а, он какой-то бланк заполняет и бросает. Они еще и огнем могут пулять, эти рыбаки. А ну-ка добиваем одного рыбака. Добили. Как всегда, без промашки не обойдется у нас, ребят. Берем с вами в оборот еще одного вон того рыбачка. Да хорош ты своими долларами тут пуляться. А ну-ка, чикенбой. Крут, как всегда крут. И бизнесмена мы с вами, наверное, сейчас отдубасим. Опачки. А почему меня не предупредили, что здесь будет еще одна волна? Так, это я понимаю, ребята. Блин, ну трындец. Уничтожили мне скаута, ты понимаешь? А скаут у нас кто? Хиллер был. Я остался без лечилки. Что он делает? Он, то ли он долларами в нас швыряется, то ли он доллары из нас выкачивает. Я так не могу понять. Ну, так, что там с лопатой? Бросаются еще всякой ерундой. Давай массовую атаку от чикенбоя. Окей. Теперь из пушки бомбанем. Слушай, ну вот эти вот крепкие, они всего получают по 39 повреждения. Почему так? Ну здесь хиллера нет у них, да? Опять он меня... Хорош, успокойтесь. Строители с щебенками в меня бросаются какой-то. Эти бланками. А ну-ка уничтожим, наверное, одного. Не хватает силенок. То есть два раза нам нужно ударить, да, мощными персонажами, чтобы уничтожить вот одного такого строителя. Крепкий, крепкий, ничего не скажешь. Так, их осталось трое, нас осталось четверо. Они промахнулись. Тут попали.
то, что... По-моему, он, ребята, выкачивает из нас доллары, поэтому мы получаем как бы повреждение. А ну-ка. Ать, добить, добить нам нужно этого гаврика. Успокойся-то. Да нифига себе. 210 атаки, ты понимаешь? 210, это тебе не шуточки. У нас 239. Ну-ка. Бизнесмен, я надеюсь, это последний. Да хорош бросаться своими квитанциями. Квитанциями. Ну что, мы победили здесь. Окей. Мой космодесант там такой радостный. Что нам дадут здесь? Дают нам банан и рюкзак. Слушай, рюкзак, мне кажется, он нужен будет для нашего бойскаута. Сейчас проверим, если у нас что-то появилось, да, какие-то новенькие ячейки. Так, сразу же предлагают мне пойти. Ну тут 14 уровень, это опасно на самом деле туда сейчас нам бежать. А где мне взять злых героев-то побольше, чтобы я смог, ну как тебе сказать, проходить уже следующие уровни? Так. Хард-миссию прошли. Так, и здесь тоже прошли. Так, достижения. Ты вот так вот будешь все время мне вот это... О, вот это вот показывать. Как будто я не знаю. Зачем вот это вот? Подождите, сервер обдумывает. Бред какой-то. Что там обдумывает, ума не приложу. Смотри, в квестах опять же 7. Семерочка. Что? Я все собрал, что можно было. Что ты мне там хочешь показать? Не знаю. Так, заходим в наших героев и смотрим. Есть ли что-нибудь, что мы можем с тобой применить? Ну-ка. Ничегошеньки, да, получается. Хотя я думал, что на бойскаута мы можем с тобой, например, надеть рюкзак. Но получается нет. И это плохо, это меня расстраивает. Это меня злит просто-напросто, понимаешь? Ладно, ничего с этим не поделаешь. Так, в шоп зайдем с тобой и глянем. Может быть, что-нибудь я все-таки куплю сейчас. Так, 700, это 400, но это набор, ребята. Премиум Хардворк бэк премиум. Ну, премиум сумка, да? Ага. Вот это у нас свитки на опыт. Это у нас пошел донат. Вот здесь можно что-то приобрести. Дорого стоит. Хотя, может быть, оно и стоит того. Давай я, наверное, у нас денег, лего денег хватает, и возьму вот этого вот крабика. Возьму вот этот рюкзак. Я не понимаю, зачем вот это вот показывать мне. Ведь прогружает же все равно. Нет, он мне показывает вот эту ерунду свою раздражающую, если честно. Так, ну ладно. Все, что я мог купить. Или я могу еще? Нет, не могу. То есть то, что я мог за игровые деньги купить, я себе приобрел. Кстати, подожди к секунду, погоди-ка, я кое-что там. Где это я был? В шопе, да? Там, по-моему, для гильдии или нет? А, ну это да, вот. Где, интересно, брать вот эти вот слитки? Должны, может быть, откроются потом какие-то битвы гильдии. Вот видишь, здесь у нас еще не построено здание. Нужно заработать 18 уровень. То есть 2 левела мне нужно еще поднять. После этого, скорее всего, откроются битвы гильдии. И мы с тобой сможем там драться и зарабатывать вот эти как раз слитки. Так, что это за миссии у нас такие тут интересные? Ай, опасно. Наверняка тут... Блин, нифига тут... Это, естественно, ребят, туда я не пойду. Ага. 15 уровень. Ты посмотри, сколько у них тут сил. Но зато мы 5 карточек получили бы вот на эту штуку, которую я до сих пор тоже не понял, как, если честно, юзать. Это, мне кажется, чисто для пиратов нужно. Ну что, пойдем дальше в компашку. В компашку. А тут когда откроется, интересно? А, когда мы пройдем Пиптаун, да? А Пиптаун я не знаю, когда пройду, потому что у меня не хватает тех героев, которые мне нужны. Ну что, рискнем сюда пойти? Блин, жестко, конечно, но нам надо как-то с тобой двигаться дальше. Поехали, я рискую, ребят. Вы знаете, я парень такой рисковый. Возможно, проиграем, возможно. Но если выиграем, то это хорошо. Мы с тобой дальше продвинемся. Нам нужно заработать с вами 18 уровень. Здесь можно... Так, опять этот бизнесмен. Так, тут еще и офицер Прима. Так, что-то
Что-то они против нас тут, ребята, затевают. Мы им, видите ли, не угодили. Ага, ага, ага. Так, слушай-ка. Что? Что они тут делают? Что они тут чудят? Ух ты, нехиленько мы бомбанули. Но не забывайте, что здесь есть хилы. Поэтому нам нужно как можно быстрее их разбирать. Давай убьем. Норм. Так, теперь, наверное, будем браться... Ах ты, провокация стоит, ну конечно же. Сейчас будут хилять вот эти вот дедули. И мне кажется, здесь еще будет одна волна. Точно, они с нас тырят, друзья мои, финансы. Смотри, сразу начинают этого моего бомбить. Бойскаута. Сразу же начинают именно с него. Потому что знают, боятся, что я могу отхилить нас. Давай-ка попробуем быстренько как-то ушатать ее, чтобы эти не использовали хил. Норм. Так, что? Опять свои чековые эти листочки бросают, да? Хил, пошел хил. Офигеть. Опа, закинул удочку, называется, чувак. А ну-ка, слушай, они, по-моему, здесь послабее будут. Давай мы с тобой подлечимся. От греха подальше, да? Норм, 190 в плюсе. Это, кстати, неплохо. Но нам нужно его прокачивать, чтобы он еще лучше хилер. Или как-то звездность ему повышать. С этим очень большие проблемы, на самом деле, с получением карточек на звездность. Ага, пол хп отняли. Давай, пиратушка, еще. На 238 бомбанули. Но этот не добьет. А вот сейчас есть возможность. Изи. Ё-моё, вот и полицейский пришел. А это у нас пожарный. С уворотом. Оу. Так, ну-ка, масуху. Нормуль. Но я все равно считаю, что нужно уничтожать в первую очередь хиллеров. Что он там? Сирену. Это провокацию он взял, да, на себя? Понял. Иу-иу. Сейчас я вон того вон рыбачка одного успокойся. Блин, бедный мой скаут. Он, по-моему, не доживет, друзья мои. Хотел старичка, но сейчас увидел, что мы с вами бомбим именно провокатора. А ну-ка, чикенбой, давай. Хорошо, так, из пушки. Ох, как классно. Так, нам остается лишь добить. Что он там орет? Что он там орет? Кого-то пропустить, что ли? Блин, да вы достали. Давай, срочно хиляемся. Хороший хил был. Да ё-моё, ну что ты будешь делать? Они хиляются и хиляются, посмотри. Бедный бойскаут, а. Я добью вот этого вот чувачка или нет? Я его никак не могу одолеть. Вот, сейчас мы его уничтожим. Минус провокатор. Теперь я пошел бомбить этих дедулек. Потому что постоянно мы с вами забомбим, да? Они берут и отхиливают. Мы бомбим, они опять отхиливают. И самое, знаешь, что несправедливо? Их все равно больше, чем нас. Ой-ой-ой-ой, как же мне защитить-то его, а? Если я встану... Все, поздно, ребята, его уничтожили. Бойскаута уничтожили, блин. К сожалению. Бедный наш бойскаут, а? Никак не может дожить до конца. Этот все деньги тырит. Очень, очень люто. Я не знаю, следующий уровень, наверное, мы с тобой вряд ли сможем. Вот это, кстати, тоже парамедик. Его тоже нужно, ребята, уничтожать. Но мне кажется, что вот это все-таки посильнее будет. А ну-ка. Слушай, остается лишь бомбануть. Нормуль. Парамедика надо тоже, ребята, уничтожать. Только я до него не могу никак... Вот, дотянулся. Как ты достал. Главное, чтобы они не уничтожили мне чикенбоя моего, да, и пиратку. Пиратка, давай, бомби. Все, минус парамедик. Да вы что, вы издеваетесь, что ли, блин? Они издеваются. Сколько можно-то? Третья волна. Блин. Офигеть. Мне, главное, не дают, да, никаких двух волн. Вот просто вот тебе дали. Играй как хочешь, блин, вот этим вот составом своим.
Офигеть, а у них тут вон, одни за другим выходят спокойненько себе, блин. Ух, смачно. Так, поджог. Давай про медика звой. И самое плохое, что, друзья, нету у нас хиллера. Понимаешь, нету хиллера. То есть сейчас нам вот чикенбой, например, уничтожат. И все. Они это, скорее всего, могут сделать. Судя по тому, сколько у нас ХП. И на пиратке тоже очень мало. Давай, чак. Давай провокацию, может быть, хоть как-то здесь еще поживем, я не знаю. Так, попробуем он того добить, потому что, ребят, у него массовая атака. Когда он со во. Фу, а вдруг, хотелось бы, конечно, верить. Хотелось бы верить, что мы с вами здесь сможем одолеть. Ага. Давай, чикенбой. Красавчик. Ох, друзья мои, ну это люто, это очень люто. Три волны, офигеть. Ну, слава богу, мы справились с вами. Пройден уровень. Что мы зарабатываем здесь? По большому счету, ничего такого хорошего не заработали, да? Офицер Прима тут опять что-то злится, психует, бедняга. А нашему чикенбою по барабану, что он там орет, кричит, ругается. Мы свое дело знаем, да? Мы ни в чем не виноваты, мы играем по справедливости. Так, мне бы, знаешь, что хотелось бы? У нас с вами 60 энергии, да, или 70 энергии. Я могу... Так, в челлендж что-то не хочу идти. Я могу сделать... пройти уровень, который у нас пройден, да? Вот, например... Ага. А здесь я не прошел на 3 звезды, поэтому балалайку, да, тебе? Вот здесь все пройдено идеально. Я могу, например, вот здесь вот лутануть. Просто сделать вот так вот. О, видишь, хаммер мне достался. И еще разок. И главное, за один бой у нас отнимается сразу 12 энергии. Понимаешь? То есть, вот я запускаю, да, на автобой. Во, выпала мне одна карточка на парамедика. И посмотри, как энергия улетает. Просто со скоростью света. А опыт ни шиша не растет, да? Блин, ну что, вы хотите сказать, что я должен вот сюда вот идти? С вот этими вот прыщалыгами драться. Они 15 уровня. Я 16. В квестах что-нибудь есть? Есть. Дайте уровень, пожалуйста. Дайте мне уровень. Не дают ни шишарики, да? Сколько там мне еще осталось? Давай-ка посмотрим. Блин, ну еще прилично, смотри. Ладно, погнали с тобой тогда на челлендж. В непроходимый челлендж мы с тобой идем. Так, бесплатная тренировка. В плане бесплатная тренировка. Ну, тут я еще могу повеселиться. Что это за сарделька, сосиска? Let's go, друзья мои, let's go. И я думаю, что здесь мы с вами сыграем на автомате. Плюс на ускоренной тройной скорости. Почему? Потому что здесь враг намного слабее нас. Но, поверь мне, следующий бой будет уже не шуточным. Смотри, ставим автобой. И мы с вами просто разбираем их на изи. Нам нужен опыт с вами. Так, подкачаться решил Чакрок. Таунт. Как тусенок решил зажечь танцпол. И у нее это получилось. Ну, что нам дадут? Ну, а что? В плане даже ничего не дали? Никакой награды? Молодцы, что я могу сказать? Так, ты прикинь, вот мы с тобой прошли, да? И сразу же, 20 уровень врагов. Какого лешего? Что вы творите? Как я тут должен это все проходить? Давай здесь глянем. Так, что? Опять же, 20 уровень. То есть вот это я прошел, да? А следующий, будь добр, на 20-ку. Угу, спасибо. Тут что? Ну тут, я не знаю, ребят, тут как-то неопределенность. Вот если я, например, нажму на батл, вот такие вот герои мне будут доступны. Двоих еще не хватает. Это, видимо, из определенной какой-то серии должны быть персонажи. И получается, что все, да? Остальные пока закрыты у нас там. Понедельник, вторник, среда. Когда я... 18 уровень уже. А у меня только 16. Ивенты.
Ну давай попробуем, может быть, какой-нибудь ивент хотя бы пройдем. Что мне здесь выдадите? Каких персонажей? Покажите, пожалуйста. На этом ивент. Ну, слушай, давай, давай, рискну. Ох, ребятушки, риск на ивенте. Сейчас посмотрим, каких здесь мне дадут противников. Насколько я помню, в ивентах никогда не бывает все легко. Так. Там кто у нас с крысами? Так, ну что, пощупаем? А ну-ка. Слушай, ну неплохо, неплохо. Сейчас мы здесь разберемся. Но я больше уверен, что это не последняя волна. Наверное, еще будет несколько противников. Но тем не менее, хотя бы они разбираются легко. Относительно. О, бомбочка. Твою же маковку, хорош. Давай, чикенбой, масуху. Нормуль. Теперь из пушки. Красава. Так, этого пирата наглого. Нет, лучше хильнемся. Ну все, 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 хорош. Спел песни свои, иди. Иди. Давай добьем этого пирата. Минус. Так, ну что, скелет, пришла твоя смертушка. Хотя он и так уже мертвый. Разобрали. А, нет, подожди, не разобрали. Нормуль. Все. Все великолепно. Так, и что, вы мне что не дадите на этот раз? О, друзья мои, мы с вами получили нового персонажа, нового героя. Это меня радует. Так, кто это такая? Принцесса Верда. Конечно же, нужно брать ее и собирать. Она у нас, да, с арбалетом. А звездность одна. Одна звездность. Heavy Rain. Тяжелый дождь. Ну, понятно, у нее там бомбическая сила с помощью ее арбалета. Так, экипируем. Магнитофон. А сюда хаммер. Оки-доки. Я не против. Ну что, ребят, давайте тогда продолжать, наверное, да, с вами нашу эпопею. У нас на одного героя больше. Самый сильный, это, конечно же, принцесса Аргента и Чикен Бой. Ну, на самом деле, Чикен Гай, но Чикен Бой мне как-то больше нравится. Вот, потому что у них почти по 4500 силы. Остальные так себе. Ну, потому что не хватает нам звездности. Эти все-таки 3 звезды имеют. Можно их прокачивать, можно все это искать. Кстати, смотри-ка, Хедли. Нам не хватает всего лишь 2. А где мы можем найти на него? Я ведь где-то же мог заработать. Вот, смотри. Битва. Битва. А интересно, мы справимся здесь? Если справимся... А, это следующее, да? Или что? Погоди, погоди, погоди. Вот он, да? Да ё-моё, ну... Не то делаете вы. Вот, вот сюда я должен зайти. Ага, 12 уровня. Хе-хе-хе. Давай, давай попробуем. Ну почему бы и нет? А вдруг разберемся? Так, это мне мои... Подожди, это враг или это мои? Но у меня нет таких героев. Ой-ой-ой-ой-ой. Это, по-моему, наши противники будут. Ладно, попробуем. Сильные, ничего тут не скажешь, но у нас с вами нету выбора. Поэтому попробуем сейчас. Опа, такие, знаешь, рыцари. Погоди-ка, это за меня. Это за меня, ребятушки, воюют. Ух, начнем, пожалуй-ка, с тобой с тяжелого дождя. Так, тихо, тихо, чикен будет спокойно. Ох ты. А что вот это значит? Ого, на 203. Что он там из сейфа достал? Понятно, он в сейф заложил бомбу. Как тусенок, вали. У него, кстати, массовая атака такая же, как у нашего чикенбоя. Так, хорош хот-дог плясать тут мне. Оба, а это кто такой у нас? Вот это ты так можешь делать? Ну-ка. Оу, вызвали дракона. Прикинь, вызвали дракона, и он просто поджарил. Круто. А вот это что? Ага, он сам себя хиляет и становится сразу таунтом. Слушай, мне нравится, а ты невидимка, да? Слушай, вот так вот прикольно, между прочим, смотреть хотя бы можно, да? Кто что умеет делать? Ну-ка, таунта делаем автоматически, да? Да, мы его сделали таунтом, защитником, охранником.
У нас очень много персонажей. А ну-ка, вот так, если. Да хорош, 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 хорош. Давай вот так вот. Гога, где ты там? Бомбани-ка вон того, вон, олуха. На 208, слушай, не кисло. Не кисло. Так, ну-ка. Смачно просто. Так, три противника, да? На-ка. Что это у нас за Assassin's Creed еще тут? Вот, вот. Слушай, и как тусенок, в принципе, не такой сильный. Что тут происходит? А ну-ка, массовая атака. Ох, как тусенок, сейчас ты, по-моему, у нас отдуплишься. Это я тебе обещаю. Факел. Что он делает, факел у вас? Бросает. Так, я вижу только чикенбоя. Уже не вижу. Этот стреляет со всех пушек. Ну-ка, на-ка. Слушай, принцесса вот эта Верда, она очень, кстати, хорошо бомбит из своего арбалета, мне нравится. Ну, может быть, она здесь, конечно, круто прокачана. Но, в общем, мы здесь выиграли с вами. Нам что-нибудь зачтется или нет? Опа! Друзья мои, мы с вами что-то новенькое получили. Вы помните, да, у нас был город, а сейчас еще. Это у нас Garden Inn. То есть, Garden... Не пойму, замок, что ли? Или что это такое? Конечно, собираем. Конечно. Опа. Сейчас будет показываться, как это все дело делается. Мне нравится вот это вот, смотрите, если честно. Так. Это какой-то, видимо, замок, да? Или какой-то домик. Что-то такое должно быть. Угу. Дом, скорее всего. Так, отлично. Он еще и двухэтажный получается. Ух ты. Какая-то закусочная получается. Видите, там вывеска. Вывеска закусочная. Типа там рюмочка, вино. Еще в такой стилистике, да? Средние века. Ух ты. Классно. Это типа таверночки, что-то такое. Ну да, вот у нас тут цветочки, рюмочка, сковородочка. Угу, крыша. Слушай, сколько же деталек в этом домике? Ну, я думаю, приличное количество. Вот так вот. А, еще и коняшечка даже. Ну да, друзья мои, это что-то типа таверны получилось у нас. Так, модель 1986 года, 246 деталек. Мы с вами открыли. Открыли вот эту вот таверну. Закусочная. Отлично. Так, у нас с вами... Подожди, а почему здесь? Ведь мы же прошли. Но тут уже почему-то новые персонажи даются. Но ведь мы же прошли этот уровень, да? Хм, как-то немножко странно. Немножко странно. Вот здесь, да, мы с вами дрались? То есть больше пока мы никуда не можем пойти. Я надеюсь, нам хотя бы за это начисляются очки, там, баллы или еще что-нибудь еще. Так. Достижение. 25 тысяч монет. Дали бы мне лучше бы уровень бы. Потому что, ну, нисколечко полосочки. Полосочки это не, она просто не двигается, понимаешь? Она как замерла на одном месте. Челлендж. Компания. Гильдия. В компанию мне идти бесполезно. Хотя, подожди, мы же с тобой получили персонажа. Может быть, мы сможем теперь за зло поиграть. Потому что я, ну, никак еще даже не могу первую вот пройти. Давай глянем. В принципе, здесь враги слабые. Вот, у нас уже три персонажа. Давай попробуем, рискнем. Тремя персонажами, конечно, очень тяжело играть. Но у нас тут парамедик, да? У нас принцесса Верда. Так, Поппи ее звать. Против пиратов будем бомбиться, да? Втроем мы армия камикадз. Против... Господи. Дай мне сил. Ну что, приступим потихонечку. Массовая атака. Но. Ух, роднули. Да я так понял, вы все спеклись. Вы же спеклись.
Найс. Зря переживал. Все у нас с вами отлично получилось. Ну что же. Лут. Дайте лут. Вау. У нас появляется Хедли. То есть еще один персонаж. И это будет рыцарь. Конечно же, будем его собирать и смотреть. Ну, насколько я помню, он у нас провокатор. Плюс может бомбить своей вот этой вот алебардой. Опа! Видишь, с щитом все дела. А сколько звезд? Одна. То есть, видишь, у него есть провокация, да? И есть удар своей вот этой алебардой. Уровень, конечно же, поднимаем ему level up. И можем еще так же. Вот, кому шлем нужен. Базовый. Оки-доки, а здесь Basic Air Tank. Что это такое вообще, не могу быть? Что это за деталька такая? Странная, а что вот это здесь такое, блядь? Вот это вот плюсик. Что-то могу вложить, что ли, в него еще? Ну что, давай тогда поехали еще попробуем пройти следующий уровень. Я думаю, нам это под силу. Конечно, врагов здесь будет много, но нас тоже уже стало четверо. Так что, может быть, все-таки пройдем хотя бы первую карту. Она должна быть легкая. Там вторая, третья уже начинается тяжело. Оу, капитан Ред Бирд. Чего ты там недоволен? Ты видишь, как Хедли улыбается? Вот он сейчас тебе такой бежит с этой алебардочкой. Либарочка, здорово, даже пираточка здесь. Так, будет 7 врагов, пока мы видим троих. Ну что, скелетики, получите, распишитесь. Красота ты моя ненаглядная, бомбишь чудесно. Так, промашечки. А если танец? Танец моего кактусенка, вот так вот. Вот они, это последние 4 врага. Вон там капитан Редбирд. Ух ты, а что вот это интересно делает? Ну-ка посмотрим. Ага, это, видимо, постепенное отхиливание, да? Наверное, я так понимаю. Задницу показали, провокацию взяли. Ну и пират. Пират вата был. Смотри, этот. А этот-то с чем там стоит? С пушкой или с чего у него там в руке? Так. Такая пришла. О, у тебя плохо со здоровьем. Видел, как парамедик сделал? Она подбежала к этому пирату, типа, ой, как же плохо все, и у нее здоровье уменьшилось. Да, слушай, ну кактусенок здесь жгет, на самом деле. Тут принцесса Верда и кактусенок, по-моему, самые такие сильные из всех. Ну, именно из злодеев. Покажите, пожалуйста, что у нас вот. О, рыбку нам дали. Все, капитан Редбирд что-то загрустил. Но он что-то там все равно обдумывает какой-то план. То есть там у нас ведьма Вилла, да, а здесь у нас пират. Кстати, слушай, а может быть попробуем, а? Давай. Четвертый уровень, ребята, четвертый уровень у них, ты понимаешь? А у нас-то 16-й, а я еще что-то тут боюсь. Господи, да мы сейчас разберем просто в 3 секунды. Единственная проблема, знаешь, в чем? Блин, вот этот чувак прикольно смотрится. Лакуст. В таком скафандре, видимо, какой-то космонавт. А знаешь, что проблема у нас с тобой? Только в одном. Что у нас очень быстро заканчивается энергия, которая нам дается. Краб тут ползает. Ну что, давай массовую атаку. 8 противников будет здесь в общем количестве. Троих мы сейчас с тобой, да, ушатаем. Они даже попасть не могут по нам. А ну-ка. Тыч, тыч, тыч. Живут еще. О, плохая у тебя кардиограмма. На. Так, слушай, космодесант, ты достал? Блин, а, вот там провокация была у чувака. Так, еще ждем пятерых. Опа, опа, опа. Ну, ничего себе. Слушай, откуда здесь вот эти вот скелеты, причем как инженеры? А вот, кстати, у меня у ребенка была Лего, да? И вот эту штуку я помню, да, у них вот таких вот много было. Там рации, да, в руках держали. Именно вот так вот вставлялись. Так, слушай, космодесант, что он там химичит? Ага, я понял. Иди отсюда. Так, плохое здоровье у тебя, да? Бомбим. Блин, ну с ними как-то вот тяжеловато справляться сейчас, вот, в данный момент. Что они там бомбят? Массовая атака. Это последние, кстати, 4 противника, которых нам нужно с вами одолеть. Космодесант улетел. Так, смотрите, что-то он нахимичил. А, он таунта на себя повесил. А вот это ты, кстати, зря, парнишка.
Видишь, плохие у тебя анализы. Доктор сказал, что у тебя плохие анализы. Все. Знаешь, будь здоров, отдуплиться. Тихо, добьем. Нормуль рассыпался. Так, теперь сюда. Ну хорошо, принцессочка, слушай, ты мне нравишься. Я с удовольствием бы тебя прокачал. Жалко, конечно, что ты на стороне зла. Почему-то не можешь пойти в мою основную команду. Я бы взял бы дальника бы себе. Ой, ребята, нам еще три фишки, и мы получим с вами вот этого вот морячка. Ну что ты, лакуст? Недовольный, что-то злится, бубнит там. Все, проиграл, будь здоров. Ребят, у нас с вами всего лишь 7 энергии осталось. Всего лишь 7 энергии. Нам... О, нам хватит еще на один бой. Урули оф лов. Погнали. Блин, я хочу просто уровень получить. У... Ох ты. А что, за нас пират будет еще драться? Серьезно? Ну, хоть где-то я могу испытать персонажа, которого у меня нет. Ох ты, смотри-ка, адмирал Нонсуч. Нонсуч. Так. Это все время... Хедли все время довольный, да? Ему по барабану. Действительно, пират за нас. Опа, опачки. Так, знаешь, мне напоминает, что, как это... Карибское море-то, помнишь? Тоже за ними охотились, это гвардия. Вот здесь что-то типа того. Опа, засыпал. Пух. Засыпают и стреляют. Ну, правильно, потому что у вас в то время ружья были однозарядные. А потом, чтобы сделать следующий выстрел, нужно столько манипуляций провести. Опа, пират там станцевал довольно неплохо. Так, ну тут еще 5 противников будет. А вот сам Нонсуч. Погоди-ка, а при чем здесь шаман-то этот? Вот этот шаман с какого перепуга вдруг вместе с ними заодно? Ну-ка, иди-ка. Отдохни. Ага. А это что у нас такое? Ох ты! Погоди, это на нас должно было идти. Слушай, скорее всего, мы этим самым очищали с себя все плохие бафы. Очищение волной. Скорее всего, это так звучало бы. Слушай, хорош шаманка тут. Выкаблучиваться. Окей. Нонсуч. Сейчас ты у меня... Во, добиваем мы его. Все, анализы плохие, иди отсюда. Пиратик. Хоп, хоп. Такой бьет, потом на своей ноге танцует. Прям вот акробат еще тот. Блин, ну как мне нравится принцесса Верда. Как она бомбит издалека и так смачно. Эти пока подбегут, там что-то сделают. Верда без всяких лишних, знаешь, этих... Просто берет так, пум, и все. На 240. Арбалет еще такая погладила свой. Да-да-да, все отлично у тебя с ним. Ну что, друзья, мы прошли с вами этот уровень. Не надо только зависать, пожалуйста. Так, ох, вишенки, шлем. Пистоль. Так, Поппи. Этот адмирал Нонсуч. Назовут же тоже адмирал Нонсуч. Короче, ребят, мы с вами прошли, у нас, к сожалению, энергии с вами нету. Соответственно, мы продолжать с вами не можем битву. Хочу посмотреть, сколько мы с вами заработали энергии для... Что-то как-то еле-еле-еле-еле продвигается, да? Очень еле-еле. Так, что у нас тут? Достижения какие-то? Ну, денежек дают нормуль. Это неплохо, на самом деле. Они нам пригодятся, потому что я каждый раз их трачу на всякие безделушки, которые нам нужны. Ух ты, а что у нас тут в героях? Ага, ага. Мы что-то с тобой нашли хорошее, что мы... О, вишенка. То есть и все, только вишенку я могу одеть? Нет, не только. Базовая рыбка. И получается теперь, наверное, все, да? Нет, на кактусенку что-то можно... Надеть пистоль. Угу, неплохо. Кстати, прибавку дает этот пистоль. Ой, героев тут, конечно, еще тьма. Тьма тьмущая. Так, в квестах пока все тихо. Энергия, конечно, долго копится здесь, друзья мои. О, смотри, смотри, сколько нам осталось. Совсем, вот теперь совсем чуть-чуть осталось. В общем, мы с тобой получаем больше опыта за выполнение заданий. То есть вот мы выполнили, да, какие-то там задания. Заходим сюда, берем. Вот смотри, выполните две миссии в челлендже. Ты получишь 25 опыта, да, плюс 5 гемов.
Но их мы не сможем с тобой сделать, потому что там энергия, да, нужна. Или не нужна. Лут. В плане. Вот так вот просто взяли с тобой, нажали и лут получили. Ты что, серьезно, что ли? Три. И причем за это у нас энергию почему-то не взяли даже. А если я вот сюда зайду? Тут вот, как думаешь, сможем подраться? Ну, пока первый как бы уровень у нас, да? Давай рискнем, давай рискнем. Если они не требуют у нас никакой энергии, то грех было бы этим не воспользоваться. Смотри, какая-то у нас космическая база. Так. Главное посмотреть, насколько они сильны. Тут у нас, кстати, соляночка небольшая, да? Тут и Поппи... Тихо! Блин, тут... Да что же они там творят-то? Ого! Ну, попробуем. Пощупаем. Слушай, по-моему... Так, тут 5 врагов. То есть это вот последний. Ну, то есть с кем мы деремся, никакой больше волны не будет. У нас с вами 2 медика, это хорошо. Один танцор диска, да? Второй у нас Поппи. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чё? Эй, харе. Смотри, как они тут разбирают нас. Я не знаю, ребят, сможем ли мы здесь с вами справиться с ними. Конечно, хотелось бы, но я почему-то не уверен. Так, что мы, давай так вот сделаем, наверное. Здоровье у тебя плохое, все. На 47 это... Что, там рыбку поймал. Чак-рок. Ну, слушай, блин, Зен этот еще. Что-то как-то у нас тут плохенько, на самом деле, все получается. Я до сих пор одного бомблю. Ты представляешь, сколько я у него уже бомблю? Так, а что вот это вот у нас означает? Да ты достал, Зен, ё-моё! Сын, тут выпит... Слушай, если мы пройдем, мы должны тут опыта столько с тобой получить. За вот эту несправедливость, с которой мы с тобой столкнулись. Зена нету. Фух! По крайней мере, ладно, так, подожди, Чак, Чак-рок, давай. Берем таунта на тебя. Надеюсь, ты выдержишь. И поехали, наверное, вон того. Ой, слабо. Блин, этот лыжник. Да что они такое делают, я не понимаю, ребят. У них отбав, конечно, вообще капитальный. Они на себя там что только не вешают, смотри, защиту. Я так понимаю, это интелли... Давай вот так вот сделаем. Задницу. Показали им. Давай попробуем вот этого вот. На лыжах. Их тут как бы 2, да, на лыжах? Угу. Ну-ка. У них просто, видишь, очень сильная защита физическая. Еще и промахиваемся. Что он сейчас там? Что он делает? Чего? Иди ты в пень, блин. Выкопал мне Зена откуда-то из ледников там. 138, кстати, неплохо бомбанули сейчас. Да ты достал, достали вы уже, блин, а? Олухи, я не могу вот этого до сих пор разбить, понимаешь? Промахиваемся. Ты серьезно сейчас? Что он опять там танцует? Что он опять придумывает там? Комочек так долго лепил. Ой-ой-ой, ребята, я не знаю даже, что сказать. Просто я не знаю, что сказать, потому что мы так сейчас с вами жестко отгребаем. Очень жестко. Могу я вот... Нет, надо добивать. Добивать! Так, так, это рыбку... Что он делает? Я не могу понять. Он... А, 192 хп, ты понимаешь? Он 192 здоровья себе восстановил. Я, чтобы отнять у него эти 192 единицы здоровья, тут... Пыхчу 5 или 6 ходов, а он просто одну рыбку поймал и все, и отхилился, и довольный, блин. Давай, Хедли, бери на себя провокацию, потому что я смотрю, самый такой крепкий у нас. Самый крепкий, у тебя щит, как бы тебя что-то они пробить не могут, слава богу. Так, этого главное сейчас ушатать. Что он опять, комочек свой? Да вы достали уже обижать, оскорблять моих ребят. На, добей его, пожалуйста, Чак. Фу. Так, что дальше? Фигня получается. Не, это надо было сделать. Во.
Бойскаут. Так, у тебя когда там... Во, откатилось. Давай хильнемся. 202, ну ладно, нормуль. Нормуль, Чак, что будем... Нет, не будем мы с тобой брать на тебя провокацию. Будем он... Что я нажал, дурак, а? Что я нажал? Я хотел же... Я совсем другое хотел сделать на самом деле. Они же сейчас ушатают мне его, наверное, да? Они ведь это сделают. Они ведь это сделают. Причем с превеликим удовольствием. Но... Во, нас вот это спасет. А что он у нас в капкане в каком-то стоит? Так, у него еще и отхил стоит потихоньку, да? Так. А ну-ка. Во. То есть парамедик, он автоматически выбирает, кого хилять. И, судя по всему, он хиляет того, у кого меньше всего здоровья. Я понял. Ну-ка. Да как же мне уж... О, хиляемся, друзья мои. Бой, конечно, вообще огонь. Бой это самый, я не знаю, жесткий, который был у меня за последнее время. Потому что, ну ты посмотри, я просто выживаю, грубо говоря. На последних тут микронах. Сейчас я вот этого завалить должен. Должен. Нормуль. Солидненько. Так, теперь вот этого нахлобучим. Вот тебе и челлендж. Называется челлендж. Так. Когда останется один противник, соответственно, с ним нам будет намного проще разобраться. Потому что он будет один расходить, а мы с тобой провокацию. Вот так вот. Хиляй. Кого будешь хилять? Чак Рока, правильно. Слушай, ну мне нравится, что он может вот... Ой-ой-ой-ой-ой, у него здоровья очень мало. Мне нравится, что он может отбить атаку. Блин, они его хотят уничтожить. Понимаешь? Чак, давай. Вся надежда на тебя. Он сгрустнул там, передышку делает. Давай-ка. Чак, ты-то, надеюсь, выстоишь. 142 урона получил. Блин, как вот этот лыжник бесит меня. Не могу, прям слов нету. Давай нахлобучим его, ребята. Есть. Фух, остается вот этот вот чувак вот. Я не знаю, кто он. Ассасин какой-то, или кто ты. Мне кажется, все равно без потерь у меня здесь не обойдется. Кого-нибудь все равно ушатают. Так, то он... Трындец, нам чуть-чуть не хватило. Совсем чуть-чуть не успел я захиляться. Причем медика никто не трогает. У медика полностью хп восстановлено, представляешь? Так, ну-ка. Оки-доки. Получи. Что засуетился сразу же? Блин, ну он действительно жесткий вот этот хмырь. Я бы, конечно, хотел бы его получить себе в команду. Ох, да, наконец-то мы его разобрали. Жесткий чудик, конечно, тут ничего не скажешь. Что мы зарабатываем? Угу. Бинокль, два гема. Ну, хоть что-то, как говорится. Чем ничего. Фух. Я же немножко взбудоражился, ребята. Прошли не на три звезды, поэтому, как видите, у нас здесь кубок не желтый. Да. Ну и что у нас там? Угу. Квесты. Забираем. Хватит нам, чтобы получить уровень? Нет, не хватило. А сейчас? А, тут просто 5 гемов. Ладно, без опыта, без всего. В копилочку, в копилочку. Так, 5 энергии. Что, я могу поставить кому-то что-то, да? Или что это такое? Оу. Я могу прокачать? Ёлки ты палки. Слушай, давай я прокачаю вот эту вот массовую. Чего? А, следующий апгрейд на 24. Все, я понял. Слушай, ну неплохо, мы с вами вот эти вот пробирочки получили, да, и смогли улучшить себе баф. Плюс еще заработали 5000 монет и 5 гемов. И нам остается совсем, смотри, вот там вот микрохатулечка, чтобы получить следующий, друзья мои, уровень.
Ну что же, давайте, наверное, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам эта серия понравилась, как и мне. И обязательно увидимся в следующей серии. Надеюсь, в ближайшее время мы с вами сделаем тренировочную арену и будем дальше играть и развиваться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.